Всем привет! Небольшой у нас выход на пару часиков. И первая находка — кольцо железное. Это где-то на калитку какую-то было или еще что закрывать, или у телеги может что-нибудь. Сегодня я маленькую лопатку взял. Прошлый раз не дала мне лопата походить. Кстати, я вот с того же места примерно и начал, где у меня лопата сломалась. Чуть-чуть подальше отошел. Ну, сейчас посмотрим, что будет, покажу. Вот такие у нас копатели, блин. Вон что, колодец выкопал такой. Одну кочку бросил и успокоился. Вон, блин. Так вот в сумерках пойдешь, это навернешься. Такие товарищи нам не товарищи. Вон что, блин, нагреб земли. Выкопал, наверное, что-нибудь путевое. И на радостях бросил все, поскакал. Или наоборот, консервную банку достал, такой в сердцах плюнул. Закапывать я еще буду, да? Нахер надо. Ай, блин. Сейчас сегодня дохожу, еще больше сюда не поеду. Некрасиво поступают люди. Какой-то обломок алюминиевый. Остатки надписи в СССР. Сделано в СССР было, видимо. Пробку еще нашел, типа пивной, но из алюминия. Забрал тоже, интересная пробка. Сейчас покажу, что тут у меня. Куда я ее дел? Во. Что-то я не припомню таких пробок. Ну, в смысле, чтоб алюминиевая была. Что-нибудь, какая-нибудь минералка, наверное, в стекле. Типа боржоми какого-нибудь или нарзана. Так, где мои находки? Что-то сегодня не густо. Но я черный отключил, все деления. Оставил верхние, только цветнину. Так, чтоб на скорячок пробежаться, времени мало. Ветер поднимается. Вон что тут, валежник какой кругом. Страшно, чтоб сверху сосной не накрыло. Так, ладно, еще полчасика. Сейчас что будет, так покажу. Вот что. Иду. Какой-то хороший человек
опять как накопал. Вот чтоб понятно было, какая яма. Следы. Тут еще рядом. Вот дерн бросил в яму. А этот что толку-то? Дырка-то один хер осталась. Так, ладно. Я еще с лопаткой-то с маленькой. Сейчас закопаю, пойду дальше. Ну вот, закопал совочком. И тут тоже. Сейчас ничего, если не найду интересного, видео назову. Хожу по лесу, закапываю ямки. Что за идиотизм, а? Потом удивляются, почему же люди так относятся к копальщикам, к искальщикам. Странно. А что тут странного? Одно говно только, блин, после себя оставляем. Человек, который в этом, как говорится, не сведущий, поедет, скажет, что за гражданин на букву П испортил всю дорогу, а потом где-нибудь встретить нормального и будет с ним ругаться. Как правило, вот эти гады-то, блин, они же не попадаются почему-то. Ладно, хорош болтать. И так уже времени мало осталось. Ладно, не буду я больше копать. Что-то настроения уже нету. Сейчас еще дорогой две ямки еще закопал. Что-то у меня настроение испортилось совсем. Я сам себе, видимо, еще накрутил. Жути нагнал. Не хочу я больше сегодня копать. Поехал я домой. Всем удачи, в общем. Закапывайте ямки за собой. Кто не закапывает. Кто закапывает, молодцы. Всем пока.